Воу, а чё по тем, чё по тем делу? Всем привет, мы проходим... Ага, всё. В общем, здрасте. Да. Всем да, здрасте, мы проходим... Пизду подкрасьте. Чё, мы там в здании? Давайте. Ключ, ключ нужен. А они такие. У вас... Максимальное здоровье. Ага, это статуя здоровья в полной. Ребята, ищем ключ. Где? Может он в этом что? Как? Я. Я такие все эти сегодня шутники. Я нашел. Где? Скажу. Зачем мне тампон в руках? Hold the camera. Надо разместить камеры. Какие камеры? Ну, типа мы камеры, у нас камеры, мы, блядь. А, это... По... Я еще ключ нашел. Типа... Я ключ еще нашел, или это... Это Виталик нашел. А, сука. Ага. Мы... Это по этому, по фильму, помните? Типа был фильм, когда они там снимали видео, блядь, заброшенные больницы. Типа да. Ё-ё-ёй-чики. Давайте комнаты чекать, вон какая-то хуйня, вон, шляпа. Заходи, Виталик, вон шляпу возьми. Это не шляпа, это свечка выключена, свет. Блядь, что-то стрёмно, если честно. Ещё звук такой громкий. Угу. Ещё есть, когда потемнеет, наверное. Как мои слёзы. С этим, ну, пока, наверное, надо включать свечки везде. Или камеры. А, пошли там еще на второй этаж, он заходит. Да. А, вон под камеру место, видите, на втором этаже. Вон, куда я смотрю, вот. Вон. А вот и камера. А, да, да, да. Вот камера, тут есть камера. Вот, я поставил одну только что. Да. Ты знаешь, что мы потом будем смотреть в эту камеру? Я не хочу в нее смотреть. Надо, поэтому мы здесь свет включаем. Наверное, свет будет тухнуть потом. Я не хочу. Это будет страшно. Так, кто на чердак идет? А сейчас еще, походу, ничего не будет. Еще рано. Да, еще. Тогда иди на чердак. Мне еще кажется рано. А вот эту дверь вы смотрели? Вот эту вы смотрели? Нет. Ребята, а? Чего вы не смотрели? Вот камера. Так. На я чердак кто да. идет? Да все пойдем, че? Пошли, ну пошли. Пошли все, ну че я первый сразу? А, он закрыт. Вообще закрыт, вообще такой пересекал. Так, кто тут есть? Тут мы заходили. Тут конец выходили? Тут заходили. Здесь еще не обходили. Ебать, стрёмно, я не хочу. Хочу уже. Опа, ну здесь. Вы с этим, с ночным видением? Нет. Да, я да. Я нет, да вы что? Включи ночное видение. Смотрите, а там вообще туман в конце. Да ну, не хочу. Так все, блядь, ну, нам по 30 лет уже все собрались. Ой! А что тут? Пусто. Че? Пусто. Блин, еще такие голоса. Может в GTA пойдем, а? Нет, не пойдем в GTA, ставь камеру. Все, ставим. Это не последнее, значит, еще. Ищем. А голоса? Я не слышу голоса, у меня только музыка. Ну музыка такая, типа, не помал. Блять, это пиздец. Да играйте с этим, с выключенным. Кого, звуком? И даже да нет. Этим. Night Vision. Пиздец, стрёмно. Бля, ну там вообще тюбе, оно пиздец, да вообще. Так, что, мы разместили все или нет? Да хуй его знает, подождите, надо может. Как он сделать? Господи, Виталик. Шо? А дверь закройте. Дверь так закрыл, шо аж. Ой, тут еще, идите сюда. Кстати, мы, скорее всего, будем слышать звук открывающейся двери. Скорее всего, да. О-о-о. Еще коридор огромный. О. Камеру поставили, на. Закрыто, закрыто. Закрыто. Значит, подожди, у нас health pack есть, значит, нас что-то будет бить еще. Скорее всего, а оружия у нас не будет. Да, оружия нет. Наверное, нужно будет прятаться по свету. Есть. Так,
Ну, что? Здесь мы были, да, на втором этаже? Ну, наверное. Везде ли, я не знаю. Давайте, может, двери будут. Давайте начнем оттуда вот зайти, и будем за собой двери закрывать. Да, да, да. Да нет, вряд ли. Так, здесь у нас все, да. Давай, тут все, да? Все? Вроде все. Не открывается, да? Кстати, чувак писал, что там есть еще какая-то карта такая. Вторая. Или нет, я не понял. Сейчас закрываем дверь, да, за собой? Да, где уже чекали, зачекали, то можно закрывать. А вот сюда мы ходили? Да, ходили. Да. И здесь были, на втором этаже, на всем были? Вроде да. Да, да, да. Да, склад это. Закрывай дверь. Не надо. Так. Та дверь не открывается. Прыгнуть нельзя. Охуеть. То есть за нами будет монстр, а мы не сможем спрыгнуть, да? Да. Значит, наверх не забираемся, слушай. Нам, подождите, надо еще, чтобы был... где мы будем это смотреть? Ну, я на улицу выйду. Давай, может, там где-то камеры наши. На улице светло. Пока что. А может, в сарае там, где ключ был? Может быть. Еще вокруг можно пойти. Да? Не, сарая нет. А подвала там нет никакого? Твою мать. Что это было? Я не знаю, я зашел в сарай. А вот, вот трупы лежат полицейские. Видели? Нет. Их не было. Разве? Что-то мне аж ёкнулось. Я не слышал ничего. Ну крик такой, как баба крикнула. Ты что, без звуков играешь, что ли? Ну, у меня тихо, потому что вы бы слышали. А-а-а. То есть я музыку как чуть бы... Чуть погромче сделать. Зачем? Ну, чтобы весело было, как у меня, очень громко. Я вообще в наушниках сижу. Я в наушниках сижу. Ну, вы сейчас скажете, будет слышно или нет. Сейчас. Так, я захожу в дом. Так, все, сделал громче. Не, вроде нормально. Заходим в дом туда. Подожди, машина. Может, мы там что-то забыли забрать? Нет, нет, все, все. На телефон нажал только что я. Он щелкнул. Что это? Что, кто дверь закрыл? Я дверь закрыл. Дверь это. Мать. Соберитесь. Так, время. 8:30. Они что, там двигаются, что ли? Не-не, не двигаются. Возле камер стоят телефоны. Слышите? За камерами стоят телефоны. Они нажимаются. Слушай, нам нужно... Мне кажется, что их нужно нажимать. Так, давайте вместе ходить. Вот идите сюда, я покажу, где камера. Нет, нет камер. Там нет камер. Тут тоже нет. Тут я уже нажал. Здесь я тоже нажал уже. Где вы вообще? Именно на втором этаже. Вот, на эту нажал тоже. Значит, пошли сюда. Здесь нет. А, нет, там дальше нет. Тут складик. А, вот. Здесь, может. А здесь нет телефона. Тут нет телефона. Мы же должны откуда-то смотреть на эти камеры. То есть поставить что-то. Ну нам типа было написано день первый, типа установите камеры. Ага. Может теперь нам надо 48 минут брать? Да не. Надо как-то. Такое ощущение, что похоже, да? Вот это как будто стена неправильная, ну, смещается. Ага. Как будто там дальше проход есть. Ладно. Может надо где-то здесь встать, там, не знаю, нажать Е, потому что мы все сделали. А нигде не видели ни телевизор, там, что такого? Да вот нет, нет, должны быть. Так. А вот сюда мы ходили? Куда? Вот сюда.
Я сейчас. Но здесь включен. Рояль. Блять, да ну сука, стрёмно одному, давай иди сюда. Ладно, здесь ничего нету. Не чуй, Саш. О, мы тут не были, я... Где? А нет, были тут какой-то проекционный экран. Нет. Может, надо к проекционному экрану? Ну, тупо просто белое полотно. О, вот камера, вот. Поставил. Где? Вот, ну тут. Где я? Короче, я вас буду в холле ждать. Я в холле. Ага, нет. Ну я еще побегаю, посмотрю, может. А ты где? Я на втором этаже? Я на втором этаже за лестницей. О, вот еще мы пропустили хату. За лестницей, Дим? Тут котельная. Тут куча комнат пропускали. Как так? Может они... Вот так, о, банная в крови вся. Мне такое... Открывай, открывай кабинки. Не хочу, вот труп лежит. Да вон камеру поставьте. А. Секунду, ёбаный, поставьте. Воу-воу-воу-воу-воу! Я тебя полностью ослеп, даже... Тихо-тихо-тихо. Так, где? Find... Night 1, найдите 10 минут. Давайте все вместе держимся, давайте, короче. Ищем 10 книг надо найти. Ну чё все стоят, блядь, вперед книги искать. Ну, я буду так идти, можно буду идти крутиться. Блядь, Саша, иди впереди! Вы выключите ночное видение. Чё ж не видно-то вообще? Ну да. Блядь, звук какой-то. Тихо. Давайте все вместе вот. Все вместе, зашли в комнату. Сука, кто закрылся? Блядь, что это было? Я не могу открыть! Я не могу открыть ее. Денис! Что? Что там было? Я не знаю. Кто ее закрыл? Она сама закрылась, Виталий, хотел... Вот книжка, есть одна. Я за тобой хотел зайти, она закрылась. Отсвечивается? Да, беленькие такие листки, они свет. Вот лежит. Да, есть. Две. Ебать. Так, были. Ладно, тогда двери не закрываем за собой, чтобы не запутались. Вот сюда идем, тут подобрали все. Вот еще. Вон. А так, сколько должно? А вот дверь открывается? Надо 10. У нас 3. Блядь, что-то стрёмно. Блядь, ой, что это такое, Лёш, перекипало? Что это было? Я не знаю. Тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу. А, это куст. Гибискус. Нету? Нет, давай дальше идем. Тихо. Вместе заходим. Нету здесь. Блять. Прикиньте без ночного видения. Это пиздец. Мне уже так яички и ладошки спали. Туалет, вон книга, вон книга. Вы видели? Всегда видел. Труп повешенный, я не лежал. Я не видел. Тихо, собрались. Все, почему вы фигали оттуда? Все, заходим. Так мы там были. Нет, не было. Еще как раз в этот момент, когда эта фигня блымнула, я выключил ночное видение. Тут не были. Заходим, это коридор. Давай, заходимся. Тихо, вот комната. Пошли. Давай, вперед. Заходи. Вперед кто-нибудь. Есть книги? Нет. Заходим дальше, идем. Вон книга. Давай, Саша, заскочил, выскочил. Что это было? Не знаю. Ладно, я зайду сейчас. Тут закрыто. Закрыто. Ой, блядь. Возвращаемся. Давайте, нам, блядь, по 30 лет, пацаны, мы институты закончили. Что нам, блядь? Это игра, это не страшно. Пошли на второй этаж. Да, на второй этаж. Кто-то считает книги вообще? 5 уже есть? Не знаю. Давай быстрее. Вот он. Вот. Есть, взял. Воу. Да. Чё? Чё? Ну чё? Что-то упало, а потом какой-то... Вон. Есть что-то? Подождите, секунду, постойте. Есть книга, да, на этом. На стуле слева. За столом. Взял? Угу. Сейчас ждём, Саш.
Да. Все, пошли, мы книжку забрали здесь. Поехали. О, вот еще лежало. Оу. Заходим. Да, блять, что это за звуки? Не знаю. Заметили, вроде эти звуки только в комнатах, где камера. Заходим, заходим. Что это за звуки? Это не я дверь закрыл, перед нами дверь. Она была открыта. Слышали звук? Кто-то ее закрыл. Так, я направо захожу. Давай. Это я закрыл, это я закрыл. Подожди, тут нет книг? Нет. Впереди, вот там вот эта дверь, она была открыта, она потом закрылась. Давай, заходим, раз, два, три. Оп. Что это? Что? У меня стрелочка и я... Что? Я взял. Вот, подожди. Е, one door was open. Типа, эта дверь была закрыта, что ли? Опять. Это, по-моему, лампы взрываются. Короче, валимся, как помню. Так. А мы сюда, может, перейти? Нет, там закрыто было. Так, теперь сюда. Там, где еще камера на втором этаже. Мы там не были. В этот конец. Так, книжки же все же собрали? Ну, вот сюда. А, это типа было примечание, что дверь была открыта? Да, да, да. Вон, сюда заходили. О, да, вон туда мы не ходили еще. Закрыто. Мне кажется, это... еще темнее стало. Этот туман ебаный впереди. Я говорю, еще темнее стало. Что за звук? Не знаю. Ох, блядь. Да, вот здесь это. Нет, тут нет. Угу, угу. Ой, господи. Мне кажется, еще одна или две осталось. Сюда мы не заходили, да? Нет. А на улицу, интересно, можно выйти сейчас? Да. Нет. Опять. Блядь, сзади. Блядь. Мать. Мы только что бежали, рядом с нами тип появился. По-моему. Да? А как вы их видите? Я не знаю. Ну он такой уже скинку похож на наш. А, так может я... Нет. А ну давайте на улицу реально. Не, закрыто. Ой. Давай, Виталий, показывай, где ты ходил, когда ты камеры ставил. Может, я там помню. А мы здесь были на этом этаже, да? Да вроде бы да. Вот еще раз почек. Нет, нет. Закрыто там. Парашу мы не открываем. Ёб! Что это, блядь? Я попытался парашу открыть. А, ну не надо. Значит, надо её открывать. Так, здесь. Вот это котельная, я говорю. Ага. Да, это лампочки лопаются. Так, здесь. Где цветок? Тут точно нет книги? Она бы подсвечивалась. Хотя бы чуть-чуть. Так, дальше, здесь. Нету. Пусто. Здесь. Там тип стоит в конце коридора, прямо. Ебать! Вон! Видите? Да. Пошлите. Давайте. Эй! Может дверь просто закроем? Она не закрывается. Кукусики. Ну ты сюда. Здравствуйте. Все, он пропал. Что это такое? Что это? О, тихо. Побежали. Сука, кидала, хули вы убежали. Это подвал. Это подвал. Да. Да он был закрыт раньше. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. Добрый вечер. Я на шифте буду идти. Типа, чтобы есть еще хат. Чтобы хат ему дали. Так, налево или направо? Налево. Там где я? Тут тупик вроде. Генератор, тут генератор. Сука, он не рабочий. А мы таки пробегаем в комнату, я смотрю, там тип стоит за впереди, блядь, а попало зашли. Мне реально ладошечки стоят. О, ключи. О, что? Мы нашли 4 ключа, день второй. Put the cameras. На третьем этаже. О, третий этаж открылся. Так, выключать можно. О, светло. Пиздец. На третьем этаже это... Это может там где закрыта была дверь вот там, которая там для камеры самая высокая. А вот сюда надо. Не-не-не, это сюда надо. Это сюда. Нет, нет. Да-да-да, сюда-сюда. Вот новые двери. Вот. Да. Подожди, что там, Саша? Ну вот. А, вот, да, Виталий, здесь открыли дверь. Там тоже новые двери пооткрывались.
какие-то манекены. А что надо сделать? Камеры доставить. Блять, тут еще больше ходов. Где вы, ребята? Включили свечку. Закрыто. Закрыто. Так. Кто там? Камера, раз. Да, вот. Раз, прошло. Ага. Там пошлите туда. Да? Сильно звук слышу. Саша, может, у тебя музыка? Наверное. Сейчас. Так, норм? Ну, вроде лучше. Ну, пока ты можешь вообще убрать музыку, потому что она что-то пропадает. Так, давайте на всякий случай запись остановлю. Это будет первая часть нашего видео.